приехали. Катя кормит. Давай, доставай. Откуда? Да, с холодильника достану. Я там. Это тапки потерял. Все. Не, да, да можно и там, не без разницы. Саш. Открываю. Да не без разницы, я могу там сидеть. Нет, зачем он тут? Разницы нет. Ты сидишь? Я туда сижу. Я специально привез контрабандой. С этого? Доминикана? С Доминикана, да. Тебе здесь будет удобно? Да я на сюда сяду. Сюда сядешь? Угу. Ты будешь разливать? Не, Саня, я не смогу. Мне тяжело будет. Ну что, сегодня шестой день. Мелкого спит. Красавчик мелкий. Сиську хочешь? Зеваешь? Да, покормили его, наелся. Сегодня его искупали. Причесон, конечно, у него. Волосы в разные стороны. Аполлончик. Чего ты? Сейчас я тебя укрою. Тебе на холодно. Сейчас мы тебя накроем. Шпотинка маленькая. Зевайка. Давай, спать. Давай, спать. Вот я паука чуть-чуть. Чуть-чуть. Все, баю, баюшки, баю. Мелкий спит. Ручки положил под подбородочек. Потревожили сон. Все хорошо. Сейчас мы его покормили, спит. Ложка. Ну все, он уже сон весь десятый. Сегодня наш день начался с потягушек. Бабушка держит на ручках мелкого на полушку. Так пальчики в рот суем. Потом вырастет, посмотрит. Угу. Да. Выспался. Сейчас будем его пеленать. Да, 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 да. Озвучит он убили. А по-моему, всего лишь неделька. Одна неделя. Да, но мы все равно такие уже большие. Угу. Характерные, если нам кушать не дали. Да? Будем требовать, плакать. Уже так и надо характер воспитывать с детства. Да? Что там такое? Зеваем. Щечки такие прям наливные. Потом интересно потом поглядеть через месяц, да, как он меняться будет.
Ну что, встаем? Встаем. Потихонечку. Ой, ручки хочется вытащить. Потянуться. Да. Сейчас будем. Сейчас будем памперсы менять. Да. Ну все. Не пою. Ну вот, получается, опять пошла плесень. То, что вот мы делали, грубо говоря, все на смарку. И опять вся она сырая, мокрая. То есть стена, которая примыкает к ванной. Угу. Там все сухо, то есть ничего не течет. Стиралка не протекает, абсолютно там все сухо. И получается, что воду она берет с самого низа. Это вот получается, где вот этот швеллер, вот он идет. Угу. Он мокрый. Может быть, по нему как-то, я не знаю. Или сверху топят, вода по нему проходит вниз, потом... И снизу начинает питаться, я не знаю. Получается, пятна, вот они прям до угла пятна идут. Угу. Ну, пока в квартире только здесь пошла плесень. В этом месте. Это. Сейчас будем опять срезать все. Все сдирать опять. Нам пришла посылка из Испании. Сейчас будем открывать детские. Пришли, надо эту убрать. Чё, губ как прижал. Мама отказалась от съемки. Вроде испанец, упаковка китайца. Здравствуйте, я не упаковываю, чтобы никто не вскрыл. Ну что, давай открывать. Посмотрим, что тут Катюша заказала. У нас, конечно, задний фон такой креативный. Ничего ему. Господи. Это для чего? Это игрушка ребенку гусь. Я так полагаю, его тоже надо будет какой-то стиркой, наверное, простернуть. Он тарахтит там или просто? Нет, просто. Просто гусь. Это уже так на полгодика. Штанишки. Это, по-моему, 62 размер, если я правильно помню. Где написано? Да, 62 размер, 3 месяца примерно. Молодец. Вот,
Ну, понятно, что у нас сейчас маленький еще малышочек. Это тоже 62-й. Это я выбирала или? Я не помню. Потому что что-то мы из того, что мы выбирали, тогда не было в наличии нужного размера. Угу. Сейчас на 3 месяца будет как раз. Вот он. Угу. Сколько вещей у него теперь? Она дарили. Как купили? Для него вообще... Надо каждый день новое одевать. Ну, тебе еще великовато. Пока вот только будем все одевать. Это единственный, по-моему, который я заказала большего прям размера. Нет, 62 написано. Он прям большой, да. Не, ну в принципе большие ножки, как не сказать, что большие ножки, да? Ну прям на здорового ребенка. Тоже на полгода, наверное. Хотя размер 62. Может быть поменьше есть? Что-то одно, по-моему. В основном-то у нас маленькое все было. Сушено. Это вот сюда к комплекту. Угу. Это тоже ты выбирал. Шапка. Штанишки. Красота. Маньячий был. Капец. Угу. Это тоже 62, да. Угу. Ну хоть когда вырастет, посмотрим на свою одежонку. Вот этот большего я заказала, 68. Он мне очень понравился, но меньшего размера не было. Тут Винни-Пух и Пятачок. Угу. Просто уж очень мне не понравились. Это на 4-6 месяцев. Штанцы тоже с Винни-Пухом, Пятачком. И шапка. Ну как раз осень будет. Угу. Прохладнее так сказать. Если что, даже дома можно в этом спокойно увидеть комфортно. Что, хоть на память? А, ну если ты... А, на ютубе еще раз. Да там никто нас не смотрит. На ютубе. Да, конечно. Ну, это уже такой зимний. Хотя просто на лето было написано, ему тоже нужна вам теплая кофточка. Ну, вот одну теплую заказали тоже, сушали. Ну, сейчас похолодает, можно что одевать. Не выскочит. С кармашками. Такой материал, ничего так. Увязанный. Мягкий. Уголечки все дела. Это у нас размер тоже 62. Там в кадре, наверное, уже кучка вещей, да, вот здесь? Угу. У меня. Да. Не гони. Там тебе еще видно. Что, брать? А запись-то идешь, да? Да, это уже не я там это в памяти не помню, записи нету. Снупи. Большой тоже. Тоже 62. Угу. Но это все мы, получается, больше на вырост брали. Потому что у него мелкие-то вот эти все есть. Угу. Маленькие. Тоже 62. Снупи. Это ты выбирал? Хлопок. Хлопок. Может, ты распакуешь? Давай. Распаковка. Дюси. Так вроде. Ну, рви, да. Чуть-чуть пониже, пожалуйста, мне, чтобы в кадр тоже там попадало. Так? В тот кадр. А. Тут и забываешься, что здесь два телефона снимают. Мне голова обрезается, да? Да. Ты большой, ты не помещаешься весь в кадр.
Ты можешь присесть. Я что, виновата, что ли, что ты высокий? Да. Так, а это что? Шапочки? Носки. О, это для чего это? Это когда они начинают ходить, чтобы или ползать, допустим, отталкиваться, чтобы не скользили носочки, такие резиновые эти точечки ставятся на носочках. Прикольно. А это побольше. Все, любимый наш H&M. А, они, по-моему, или разного цвета, или разного размера, я что-то уже забыла. Эти, получается, на 6-8, не знаю, вот 10-12 по размеру они были. А эти? Это же у нас большого. А эти 13-15, это не на побольше. Вот эти сейчас, возможно, ему еще будут в самый раз. А эти уже на будущий месяц, потому что у него нога явно будет паффина. Вот сейчас, наверное. А вот это, наверное, да, такой сейчас. Вы видели, что в нашей квартире съемной пошла плесень, и в такой квартире долго жить нельзя. Всю плесень мы убрали, но обои клеить не стали. Влага все равно остается. Изначально мы хотели взять ипотеку, но квартиры с ремонтом в нашем районе стоят от 15 миллионов. Так как у нас уже есть небольшой участок, мы решили взять кредит на 4 года и построить каркасный дом. Наш сосед по деревне оказался строителем. Он будет нам строить дом. Он нас привел в дом, который построил нашим соседям по деревне, показать качество своей работы. Краски, а электрика, она будет у нас скрытая? Она закрыта будет, здесь наружно. Но она как хотела, без перехода. Ну, этот, вот эта комната большая. Сейчас тут уборку делают просто, ребята. Красить будет опять здесь. Видите, стены что творятся? Никто не живет, и краска начинает играть. Швы, видишь? Вон, смотри, потолки. Они потихоньку по швам пошли уже. Поэтому внутри дома лучше что-то придумать такое. Угу. Да, это этот дом с выставки забрали же полностью. А с мебелью пришло со всем этим. Но пол, в принципе, не играет нормально. Ну, пол здесь, балки стоят. Да, да, хороший пол. Комната вот эта большая. У тебя получается на веранду вот отсюда будет прорыв. Ну, то же самое планет, только маленький здесь. Да, 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 в принципе, тоже. Неплохо. Он получается по размеру 9. 3,30 на 8 это. А, тоже так. 3,30 на 8. Я просто, ребята, вот здесь убирали, чтобы красить его. Поэтому так и остался. А, и вот он, получается, под лестницей будет такая вот ниша для друг. Да, да. Пойдем наверх. Там выходить. Когда не живешь, вот так и будет дом. Мы его за 3 месяца сегодня вот открыли. Жучки, губки. Это вот верхняя комната. Здесь только вот такой был комната. Здесь санузел был, вот эта комната. Мою комнату сделали просто. А у нас, ну, получается, что, чтобы сэкономить, вот такие же будут, ну, крыши такая. Да, вот она. Полтора. Ну, она чуть выше будет тебе. Да, не отлично. Так, а выше. Да, отлично. И потолок уже ровный пойдет. Угу. Ну, вот она у тебя, только планировка, только 8 на 8 домика. Восемь на 8 это уже нормально. Ну, да. Вот она тоже, 8 на 8. Я тебе проект, помнишь, я тебе кидал? Да. Вот она и есть. Он тогда дешевле получится, чем у тебя. Дешевле, он чуть-чуть, там уже немного, немного дешевле будет. Здесь на сваях, на материалах, ну, плюс-минус, может, там будет 1600-700. Угу. Не, что глазами, видите, вот 8 на 8 размер какой, вот она. Это комната детская была. Дом с выставку забрали. Разобрали, сюда перенесли. Это детский был. Вот это снимаешь? Вот это тот санузел был, вот это, по проекту. Но мы его комнату сделали. Ну да, большая комната. Чтобы не терять. Потому что внизу туалет ванна идет отсюда. Но дом, вот видишь, вместо радиатора все стоит.
Мы его зимой включали, здесь тепло было. Держала она. Ну, да. Комнат, вот они, чтобы ты понял. Эти перила будут меняться. Она хочет металлические поставить. Это все снимется. Ну, на продажу готовит, что еще? Что, ламинат нормально, по-моему. Это ламинат? Да, не ламинат можно, у нас полы там вот такие эти, USB обшивается. Да, отлично. Двери межкомнатные, не знаю, как будто лучше деревянные ставить. Так, ну что, всем привет. Вчера Аполлону исполнилось 2 недельки. Сегодня у нас первая прогулка на улице. Швы еще немножко потягивают, но ходить хотя бы можно. Мы решили выйти. Маму отправили на покрытие, на маникюр. И скоро она к нам присоединится. Как ощущения? Хорошие. Покажи мне около. Он там спит. Катя укладывает мелкого. Громко сказано. Маленькую баку. Зашли в кафешку с ребенком. Да, слава. Вот снег. Взял такой штуки. Тархун называется, московский. Московский. Морковный тортик. У мамы шу. Вкусное. Какао. Там заварной кремушек должен быть. У меня эскимо. Ничего, Андрей. Мы начали строительство дома. Сделали нам септик. Привезли арматуру для бетонной подушки для будущего гаража. Затем привезли песок и отсев, предварительно углубив грунт на штык лопаты. If you leave, I'll fall.
Затем вбили сваи и сделали стяжку свай, дополнительно приварив их для лучшей жесткости. Хотел сделать бетонные сваи, но перепад оказался до 1,60 м. И чтобы установить такие сваи, нужно было вызвать спецмашину по длинным сваям. Выходила космическая цена. Дешевле вышли сваи из металла, но мы взяли самую толстую толщину металла, и все будет надежно стоять. If you leave, I'll fall. Are you holding on to my love? Are you holding on to my love when push comes to shove? После привезли первые доски. Их стали обрабатывать от гнили плесени специальной пропиткой. Также купил генератор, так как света пока нет на участке.